Не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 в соленой. Только при такой толщине лед считается безопасным для зимней переправы. Сейчас при температурных скачках реки, озера и другие водоемы замерзать не успевают, находиться на них крайне опасно. Эту тему заместители главы администрации городского округа Пушкинский обсудили с руководителями надзорных ведомств. Все несанкционированные места выхода на лед необходимо обозначить табличками. Выход на лед запрещен. Особое внимание уделили опасным местам катания на тюбингах. Некоторые ледяные горки выходят прямо на лед, и не только. Данные горки соприкасаются с железнодорожными путями, с автомобильными трассами. То же самое. Вот эти места необходимо привести в соответствие и не допускать выезда детей на автодороге и, соответственно, то же самое на лед. На совещании также обсудили организацию крещенских купаний. Для безопасности граждан на местах планируют выставить специальные ограждения и привлечь дополнительные силы полиции.